Дорогие друзья, вот и заканчивается 2021 год. Он был достаточно сложным для всех нас. Мы теряли родных и близких, несли потери здоровья, яростно спорили друг с другом. Тем не менее, все плохое тоже когда-то заканчивается. И давайте оставим все плохое в этом уходящем году. Следующий год нас ждут перемены, и будут новые соревнования, я же спортивный человек, будут новые Олимпийские игры и новые герои. Сейчас я нахожусь здесь, в спортивном сердце нашей Родины, в Министерстве спорта Российской Федерации, и за моей спиной главная спортивная елка. И я надеюсь, что все мы будем чуточку более спортивными, чуточку более здоровыми. И нас ждут новые победы и свершения. Верьте в себя. С 2022 годом!